Юные инспекторы движения «Зеленая волна» совместно с сотрудниками ГИБДД накануне организовали акцию «Фотофакт». Поводом для этого стала недавняя трагедия, когда 15-летняя девочка погибла под колесами автобуса. Школьники подготовили специальные листовки и раздали их водителям на улице Алешина. Добрый день, меня зовут Федоров Артем, я юный инспектор дорожного движения, школа номер 20. Сегодня у нас проходит акция «Фотофакт». И будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения. И листовку отдаю, и счастливого пути. На листовках изображены те страшные аварии, которые случились в районе города Ангарска. И дети, обращаясь к водителям, просят быть внимательными, осторожными, замечать на дорогах пешеходов, уважать их. И чтобы ни с кем из ангарчан не случилось такой тяжелой беды. Во время акции инспекторы выявили массу нарушений как со стороны водителей, так и пешеходов.